данный объект культурного наследия является объектом культурного наследия федерального общероссийского значения, да. Нам поступила информация, что на объекте проводились якобы ремонтные работы по ремонтному восстановлению штукатурно-окрашенных слоев колонн, которые являются неотъемлемой частью объекта. Но по данному факту нашим сотрудникам были проведены контрольно-надзорные мероприятия, организованы и проведены с выходом на место. К сожалению, лиц, установивших, кто это проводил, в какое время, не представилось возможным. В данный момент там никого не оказалось, да. Сам факт незаконных работ нами зафиксирован. Почему они незаконны? В связи с тем, что закон об охране культурного наследия подразумевает получение разрешения и наличие соответствующей разрешительной документации, да. Мы данный факт зафиксировали, вот. Лиц, которые там находились, опросить тоже не представилось возможным, никого на данный момент там не было. Вот. Ну, по итогам проверки нами было подано заявление в ГУВД Саратовской области по факту привлечения лиц, которые проводили незаконную работу, ну, к уголовной ответственности. Вот. Ну, в данный момент пока на этом мы остановились. То есть заявление было написано, подано в полицию, да, будем ждать мер реагирования от правоохранительных органов. То есть никакая организация, ваше управление за разрешением на проведение работ в усадьбе не обращалась? Нет, организация не обращалась. Заявление поступало, никто не обращался. А вот эта вот входная группа, она тоже является предметом охраны, как я понимаю? Да, у нас предмет охраны установлен на данном здании. Да, это получается фасад, лицевая его часть. Вот эта арка, входная группа, все является предметом охраны. У нас приказом Министерства культуры Саратовской области в 2014 году был утвержден предмет охраны.